Нет, там стрелочки есть. Литчане соскучились по хорошей погоде и велопрогулкам в большой компании. Поэтому, несмотря на конец рабочей недели, любители велоспорта нашли в себе силы после трудового дня сесть на своего двухколесного, чтобы проехать на нем по лесной дороге. Местом проведения первого в этом году велопробега в Лиде стал лесной массив Боровка, где несколько лет назад был оборудован велосипедный маршрут. Среди участников велопробега были дети, молодежь, взрослые и пенсионеры. Собрались здесь и представители разных сфер деятельности. Как оказалось, велосипедный спорт объединяет людей всех возрастов и профессий. Первыми на старт вышли представители Лидского райисполкома и руководители предприятий и организаций. Возглавил этот заезд глава района Сергей Ложечник. Это модно сейчас. Это, в принципе, здоровый образ жизни. Это же не в кабинете где-то целый день и там, или не за станком, скажем таким образом. Ну, у нас это начало только, поэтому километров 20 сегодня планируем проехать сегодня. Ну, посмотрим, все должны дойти до финиша. Сил хватает, мы все здоровые люди. Велопробеги для литчан не новинка. Такие мероприятия проводятся в Лиде не один год. Были времена, когда они собирали более 200 человек. На этот раз участников было гораздо меньше. Но на это есть причина – эпидситуация. Те же, кого коронавирус не удержал, старались соблюдать рекомендованные меры безопасности. Велодвижение – это здоровый образ жизни. Это здорово, это физическая нагрузка, умеренная физическая нагрузка, которая идет человеку только на пользу. Почему выбрали этот лесной массив? Потому что в лесу, конечно же, всегда более свежий воздух, чем в городе. Свежий воздух, лесной аромат, пение птиц. В таких условиях никакие инфекции нипочем. А если еще добавить азарт, а он у участников велопробега был, так как проехать нужно было 6 километров и каждому хотелось оказаться первым на финише, то мероприятие обещало быть успешным. И опытные участники велопробега, и новички не скрывали эмоций во время движения. Всех переполняло чувство радости и желание показать, на что способен их двухколесный друг, да и они сами. Каждый день с семьей ездили на велике, катались по многу. Очень волнительно, потому что первый раз, очень хочется как бы просто поучаствовать. Решили себе поехать. Я в прошлом году участвовала в Гродно, и мне очень понравилось, я захотела еще. Я катаюсь для себя в гонках, и как бы ближайшая гонка как раз-таки воскресенье, но я работаю, поэтому приехал сюда покататься сегодня. Я вот на велике там, я сильно не гнала, но я пыталась сестру догонять, чтобы ее не потерять. Я вообще недавно пересел как бы на велосипед, еще как-то в детстве катались, вот сейчас как-то с возрастом переходишь все на машины. Начинаешь ездить как-то, и вот, думаю, блин, надо как в детстве пошевелиться, заняться здоровым образом жизни. То вот купили велосипеды, и тут наткнулся ВКонтакте совершенно случайно, там на вот эту группу Виалалида, и как-то вот решили принять участие. Ну, интересно, там, какими-то людьми может познакомиться, там, каждый из своей сферы, там, свои там интересы, какие-то там истории, все это как бы, ну, расширение кругозора, развитие. Конечно, многие участвовали в велопробеге ради удовольствия. Ведь после зимы это первый такой массовый старт для любителей велоспорта. Однако соревновательный дух на трассе присутствовал. И организаторы мероприятия, специалисты Лидского отдела спорта и туризма, наградили самого быстрого велосипедиста. Первым на финиш прибыл литчанин Валерий Жигун. Отмечена была и самая юная участница велопробега – 7-летняя Даша Соколова. В велопробеге участие она принимала вместе с сестрой и мамой. И хотя подарков было только два, все, кто приехал в Боровку на велосипеде и прокатился по ее трассе, были награждены положительными эмоциями, зарядом позитива и хорошим настроением.